Ник, вы здесь? А, Гарри! Удачи на матче! Начнем сезон квиддича с победы! Ой, что это я заболтался? Давай бегом на стадион! Прекрасный Кадоган. Проходи, дружок. Интересно, куда пропал? Да это же потный Поттер и Уизли Гризли. Сегодня вы проиграете. Слизерин лучший. Оставь это мне, я намылю ему шею. А теперь ты, Поттер. Посмотрим, как ты будешь играть, когда остолбенеешь. Лучше извини, Гарри. Привет, Ник. Команда уже собралась. Ждет тебя на стадионе. Да, Гарри, в этом сезоне постарайся не падать с метлы. Ты нужен команде. Все подслушивают, все чего-то замышляют. Эти игроки в квиддич такие шумные, такие грубые. Извини, я попрошу команду не шуметь, когда они будут проходить мимо тебя. Ты из команды, да еще капитан. Можешь пройти у меня, так короче. Все капитаны так делают. Мой пароль — жуки всмятку. Спасибо. Жуки всмятку. Они повсюду! Привет, Ник! Команда уже собралась! Ждет тебя на стадионе! Да, Гарри! В этом сезоне постарайся не падать с метлы! Ты нужен команде!
Пришли. Мы побьем Слизерин. Что на него нашло? Ему просто везет сегодня. Давайте разомнемся. Я придумал парочку упражнений. Они помогут нам победить. Хватайте метлы. Начинаем. Thank you.
Гарри, ты не должен был этого делать. Феликс Фелицис запрещен на официальных соревнованиях. А кто применил к Маклагину заклятие Конфундус на отборочных испытаниях? Не волнуйся, я никому ничего не скажу. Кстати, Рон просто думал, что я подлил ему зелье удачи. Он все сделал сам. Не волнуйся, я никому не скажу. Рон думал, что я подмешал ему Феликса, но он сам может разобраться с проблемами. Похоже, он уже не собирается на рождественскую вечеринку к Слизнерту. Кстати, выбирай скорее, кого пригласить. И как ощущения? Ну, когда ты видишь Джинни с Дином. Я все знаю, Гарри. Я вижу, как ты на нее смотришь. Гермиона, я уверен, что Рон... Не беспокойся насчет Рона. Он все сделает сам. Гермиона психует. Ну а что я могу сделать? У нас с Лавандой, ну скажем, химическая реакция. Ее не остановишь. Ты идешь на вечеринку к Слизерту? Ну да, мне надо идти, мы с Полумной встречаемся у лодочного сарая. Полумну? Ты мог подцепить любую девчонку в замке и выбрал Полумную Лавгуд? Да. Бон-бон! Ку-ку! Развлекайтесь. Вы не видели Полумну Лавгуд? Видеть не видел, но слышал. Случайно подслушал, как она уговаривала водяной народ поискать для нее жаброхлюпов, или нет, и клювожабров. В общем, она у сарая для лодок. Вот то место. Привет, Полумна. Какое милое платье. Как считаешь, надеть мне сережки-редиски? Никак не пойму, подходят они сюда или нет. Нет, нет, ты выглядишь прекрасно. Хорошо, что ты пришел. Профессор Слизнорт попросил меня запустить фейерверк для его вечеринки. А я не знаю, как эти штуки работают. Подожги их с помощью инсендио. Как мило! Давай зажжем остальные. Подскажите, как зажечь эти петарды? Ну, Фред и Джордж Уизли обычно использовали инсендио.
Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Шалость удалась. Мракоборцы открыли эту часть замка. Пойдем на вечеринку к Слизну. Я раньше здесь не была, только во сне. Я хожу во сне. Вот почему я всегда ложусь спать в туфлях. Готов пойти на вечеринку? Гарри, мальчик мой, рад, что вы пришли. С вами многие хотят познакомиться. Профессор Слизнорт, но здесь никого нет. Разумеется, нет. Вы хорошо поработали, но у нас еще ничего не готово. И мне нужна ваша помощь. Я уверен, что вы и мисс... Лавгуд. Скоро все будет готово. Я собирался сварить для гостей праздничный пунш, но у меня не было времени. Может быть, вы мне поможете? Вишневый сироп.
аккуратнее, Гарри, мой мальчик. Скорей, скорей, время и зелья никого не ждут. Тыквенный сок. Разгоните-ка дым, мой мальчик. Блестяще! Нектар, напиток богов, вкус счастья и солнечного света. Я знал, что у вас все получится, мой мальчик. Наши гости уже здесь. Стойте, Поттер. Профессор Дамблдор передает вам наилучшие пожелания. Он снова отправится в странствие и вернется только к началу семестра. В странствие? Куда? Убери от меня свои руки, гнусный Сквиб. Так, мистер Филч, что за шум? Ну ладно, я хотел пройти без приглашения, вы довольны? Я выведу его отсюда. Что вы там делали? Я не обязан вам отчитываться. Не запугивайте меня. Я стараюсь помочь вам. Отправляйтесь на свой урок, Поттер. 10 очков с Гриффиндора за прогул. Что вы там делали? Я не обязан вам отчитываться. Не запугивайте меня. Я стараюсь помочь вам. Славу. Говорите тише. Может быть, я и вправду проклял Кэти Белл, а может и нет. Какое вам дело? Я обещал защищать вас. Я дал непреложный обет. Я не нуждаюсь в вашей помощи. Это мое задание, и я его сделаю. Чтоб мне. А может быть, Снег притворялся? Нет. Он сказал, что дал непреложный обет. Непреложный обет? Да. А что будет, ну, с тем, кто его нарушит? Он умрет. Все уже легли? А я все никак не могу заснуть. Решила помыть голову. Глупо, да? Счастливого Рождества, Гарри! Белатриса! Гарри! Гарри! Привет, Гарри! Экспеллиармус!
тебя в ловушку! Она убила Сириуса! Джинни! Я в порядке! Где ты? Беги дальше! Я тебя найду! Поиграем, Гарри! Все в порядке. Да, спасибо, Гарри. Ты чудом уцелел, Гарри. Спасибо тебе за Джинни. Если бы не ты, у меня была бы сестра-оборотень. Да не за что. Горбина и Беркса обыскали. Малфой ошивался у исчезательного шкафа. Исчезательный шкаф? Зачем ему этот шкаф? Не знаю, но он все еще в магазине. Он что-то задумал. Не знаю, что именно, но явно какую-то гадость. Привет, Гарри, Рон. Гарри, профессор Слизнорд снова устраивает вечеринку для избранных. Клуб слизней. Может, Слизнорд объявит вас с Маклагином королем и королевой слизней? Пока, Гарри. Гермиона, ты не видела? Драко ничем подозрительным не занимался? Гарри, ты все еще гоняешься за Малфоем? Отец Рона видел, как Малфой разглядывал исчезательный шкаф в Горбине и Берке. Он не мог протащить сюда исчезательный шкаф. Мракоборцы проверяют всех, кто заходит в замок. И почту тоже. Тогда скажи мне, куда он исчезает с карты мародеров? Смотри,
Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Шалость удалась. Он там, на 7-м этаже, в коридоре. Значит, он не исчез с карты? Но иногда он с нее исчезает. Вообще. Я хочу выяснить, что он задумал. Поднимусь на 7-й этаж. Да неужели? Вот это новость. Горячая новость быстро остывает. Можешь срезать дорогу через мой портрет. Пароль? О, Гарри, галдят газеты. Думаешь, ты сможешь что-то узнать? Да, я и докажу, что он замышляет какую-то гадость.